Доброе утро! Сегодня 14 сентября. Все дети Кипра идут в школу. Из-за аномальной жары школу перенесли на одну неделю позже. И вот, наконец-то, сегодня этот день настал. Мы идем обратно в школу. Доброе утро, солнышко! Очень любят дети гречку. И я сделаю сейчас какао. Ну вот, наконец-то мы проснулись и дошли до стола. Еще раз доброе утро. Гречневая кашка любимая. Нам еще нужно сегодня собрать ланчбокс, да? Вот мы купили в Джамбо с Ариной этот гамбургер. И будем его сейчас собирать. Потому что завтрака в школе нет, надо взять еду с собой. Вы помните об этом? Греется тоже коробочка, не очень помещается. Ну что, что-нибудь придумаем. Сэндвич готов. Сейчас подрежем. Давайте теперь складывать. Итак, на виноград ставится персик, потом ставится сэндвичи. И крышкой. Так, и вот крышечкой. Мы все это закрываем. Это сэндвичи Андрея. Все, поехали. Две бутылочки воды обязательно. Мы возьмем две штучки, сейчас подпишем. Две бутылочки воды мы подписали Арину. Арина убирает ланч. Андрюша, у тебя два кармана для бутылок или один? Да, два. Мы возвращаемся в школу, готовы, портфель. Подожди, пожалуйста, Андрея. Подожди, не уходи. Ты соскучилась так по школе? Андрей уходит в школу. Да, он против, чтобы его провожали и снимали. И начнет вас запускать? Да. Температуру, наверное, мерить будут. Руки гелем мыть. Гелем? А спиртом-то понятно. А температуру я не знаю. 14 сентября, первый учебный день в школе. Ура, ура, ура. Школа началась. Будем ждать детей школы. Она тоже идет сегодня в школу. В соседний класс вместе с Ариной. Вот оно, школьное утро. Первое школьное утро в 2020 году.